Привет всем, с вами установочный центр ПКАВТ, и сегодня у нас Ford Kuga и бюджетная магнитола на андроиде. Как видим, большой 9-дюймовый экран, в принципе, хороший экран, штатные кнопки на руле работают, мультируль работает, приборная панель, вот эта вот панель кнопок работает, радио вызывает нам радио, AUX, меню, соответственно, меню. Что эти циферки? Эти циферки в радио у нас... радиостанции переключает. Кнопки вперед-назад то же самое делают. Либо по 0.5, либо туда. Кнопка ОК. Ничего не делает. Короче, очень много здесь кнопок. Ну так и ладно. Самое главное, что здесь появилось. Здесь появился Яндекс.Навигатор. Здесь появилась возможность подключить камеру заднего вида. Но мы ее не ставили сегодня. Яндекс.Навигатор работает прекрасно. Экран яркий, сочный. Сбербанк. Голосовой поиск работает. В принципе, все работает как надо. Подсветочка включается. Экран притухает. Тоже очень удобно. Поехали. Сейчас мы сделаем вот так вот еще. Разделение экрана в данном этом нету. Очень жаль. Зато мы можем сказать вам, что здесь по железу. Здесь у нас 8 Android, 2.16 должно быть, да. Да, вот 2+16. Четырехъядерный 2+16. Нормально работает, кстати, на 8 должно это работать. Но не работает. Вот. Как бы главная задача выполнена. Возможность подключить камеру, возможность пользоваться Яндекс.Навигатором. Возможность USB, просмотр видео, движение. И, в общем-то, может, больше ничего и не надо. С коншиной взаимодействие у нас есть, потому что работает климат-контроль, показывает обогрев. Климат-контроль показывает правый пассажир, левый пассажир, выключить тоже работает. В общем-то, прекрасно. Открытые дверки показывают. Такой девайс возможно установить и приобрести в нашем установочном центре. В принципе, к установке годно. Ставьте лайк.